воскресенье в Самарской области небо прояснится, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем плюс 1, плюс 3 градуса, ночью минус 1, плюс 1. Ветер южный, юго-западный, скорость 3-5 метров в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 1, ночью также плюс 1 градус, южный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти ясно, температура воздуха днем плюс 2, ночью 1 градус выше 0, ветер южный 4 метра в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 1 градус, ночью минус 1, ветер юго-западный 3 метра в секунду, атмосферное давление повышенное 758 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 80%, слабая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.